Важнейший объект – это ворота фактически России на востоке. Европа и Америка – это еще не весь мир. И вся активность перемещается в Азиатско-Тихоокеанский регион. Все идет полным ходом, и в марте 2023 года объект примет первых пассажиров. И мы будем продолжать поддерживать строительство международного терминала, потому что в любом случае жизнь, уверен, восстановится нормальная международная экономическая связь, мы будем продолжать работать.